11.05 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Анна Лапшина. Я сегодня здесь в одиночестве, потому что моя коллега Дарья сегодня подойти не смогла. Но зато у нас два гостя в студии. Это Наталья Поспелова, заместитель руководителя Центра развития Вятского госуниверситета, кандидат искусствоведения, доцент. Наталья Ивановна, добрый день. Добрый день. Да, ну и Светлана Занько, руководитель информцентра атомной энергии Кирова. Светлана, здравствуй. Добрый день. Да, и Светлана, конечно, очень символично, что сегодня в нашей студии, потому что сегодня нашей радиостанции 10 лет. Света долгое время работала нашим главным редактором. Я очень рада тебя видеть, на самом деле. Я поздравляю, здесь. Спасибо тебе большое. Поздравляю нас всех. В первую очередь поздравляю наших слушателей, преданных, которые все 10 лет с нами. И нас, конечно, коллеги, поздравляю. И Наталью Ивановну, она тоже у нас постоянный гость, это спикер. Правда. Все эти годы, мне кажется, это замечательно, что такая радиостанция «Эхо Москвы» в Кирове живет и здравствует, и дарит важные, интересные, познавательные эфиры нашему городу. Спасибо большое тебе за все. Вот, а говорить мы сегодня будем о возобновлении проекта лекций в политехническом. Наталья Поспелова курирует этот проект. А пока лекции возобновляются онлайн после вот этого карантинного ковидного перерыва. Ну и сразу очень такое прямо попадание в точку. То есть сегодняшний гость лекции будет сегодня. Это Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов. И рассказывать она как раз будет о том, как коронавирус повлиял в том числе на Кировскую область. Все верно? Все верно. Спасибо, Анна, за приглашение, и спасибо, Света, за дружбу. Правда, не в течение 10 лет поменьше, но, тем не менее, она очень продуктивна и, надеюсь, будет продолжаться в нашем сотрудничестве. Сегодня, безусловно, 10 лет — это прекрасная новость. Есть еще одна хорошая новость — 50 дней до Нового года. Да. Но не очень, что пятница 13-я, но мы перебьем прекрасными и хорошими новостями. В частности, одна из них — при, так скажем, приезд, экранный приезд в наш город Натальи Васильевны Зубаревич. Это ее будет второе включение в наш проект. Он после долгой паузы, безусловно, продолжает свою жизнь в новом формате, в онлайн-формате. Мы попробуем, как это будет, насколько пройдет успешно. Судя по тому, как регистрируются люди на Zoom, в Leader ID, да, через интернет, успешно, там за сотню, по-моему, уже перевалило, да, ну, на 11 часов, Светлана, 120 человек, участников. И это еще не предел. То есть это те, кто попадают в Zoom, им будет выслана ссылка персональная. А еще в Leader ID прикреплена ссылка на YouTube, где тоже будет прямая трансляция и запись лекции Натальи Васильевны Зубаревич. И, конечно, вспоминая ее приезд в 2018 году, она была в апреле, ну, это была очень содержательная и даже фантастическое по своему охвату и аналитике ученого региональной такой экономики, в том числе она и о Кирове, и о Кировском регионе говорила, сравнивая с другими. Поэтому мы со Светланой в этот раз решили попробовать совместно с информационным центром по атомной энергии привести ее, то есть предложить выступить в онлайн формате. Ну, Наталья Васильевна Зубаревич, профессор МГУ, человек, который в регионоведении, наверное, первый в нашей стране. Лучше всех разбирается, лучше в том, всех что происходит разбирается. В российских регионах. У нее очень много эфиров, которые можно найти в интернете, на YouTube. Если среди наших слушателей есть еще те, кто не знает Наталью Васильевну, вы можете посмотреть. Она постоянный, кстати говоря, спикер федерального эхо. И Наталью Васильевну слушают все, от федеральных сенаторов и сотрудников администрации президента, и заканчивая учеными, и студентами, и активистами. И это такой ориентир, который всегда знает, что сейчас происходит. В ее руках большое количество цифр и источников. И, конечно, глубокий анализ, который она подает абсолютно понятным человеческим языком. И поэтому такая большая регистрация сейчас в интернете. И поэтому возможность задать, например,
напрямую профессору вопрос. Все-таки Zoom позволяет это сделать. Угу. Мы, конечно, будем модерировать, потому что уже сейчас заранее многие вопросы присланы. Мы, конечно, будем модерировать, потому заранее просим о прощении у тех, чьи вопросы не попадут там в эфир. Тем не менее, конечно, мы их будем комплектовать. Наверняка будут пересекающиеся темы. И максимальная возможность для вот этой сессии вопросов и ответов нами будет предоставлена. И самое главное, Светлана, мы их передадим профессору. Угу. Это на самом деле мегаэксперт. Да. Ну вот, если кто не зарегистрирован в Leader ID, то можно будет зайти в группу ВКонтакте ИЦАЭ Кирова, информационный центр по атомной энергии Кирова. У нас есть анонс. И сегодня, вот прямо сейчас я пойду, и мы еще один выложим анонс, где укажем ссылку на YouTube. Если кому-то удобнее не через Zoom, а на YouTube смотреть, то, пожалуйста, заходите в ИЦАЭ Кирова ВКонтакте, и там тоже будут ссылки на трансляцию. Чтобы можно было подключить. Трансляции в YouTube тоже можно будет оставлять вопросы? Да, можно будет тоже будете следить. Не могу не отметить, что будет информация, есть уже анонс, традиционная наша афиша, на сайте Вятского госуниверситета. Все-таки проект. Конечно, да-да, лекции в политехническом. Да. Лекции в политехническом, так он называется, многие соскучились уже. То есть у нас будет несколько источников, это YouTube, это Zoom через Leader ID, а еще раз можете посмотреть сведения в проекте лекции политехническом на сайте ВятГУ, в информцентре по атомной энергии ВКонтакте, в общем, все возможные мы задействовали площадки. А вы когда с Натальей Зубаревич договаривались, был вариант и шанс, что она приедет вживую сюда, нет, в Киров? Не было такого, да? То есть и у нее по занятости не получалось, понимаю, и у нас возможности нет. И в университете тоже. Тут несколько сошлось вещей. Я слышала ваш эфир вчера по Урбан-форуму в Кирове. Действительно, планировался Урбан-форум в ноябре, но офлайновая история сложно реализуема сейчас. Мероприятия частично начнутся уже в ноябре по урбанистические. И Наталья Ивановна Зубаревич планировалась к открытию, в общем, да, к открытию Урбанфорума. Как раз мы хотели его завтра открывать и накануне 13-го сделать вот такое замечательное вступительное слово, потому что, конечно, развитие городской среды, да, любой среды и сельской, она требует социально-экономического анализа. Наталья Ивановна... Васильевна. Наталья Васильевна, да, простите. Наталья Ивановна, потому что рядом сидит. Рядом, конечно, да. Наталья Васильевна, понятно было сразу, что она не приедет, потому что группа риска и потому что ковид. Но она сразу же согласилась, потому что она всегда заинтересована дать оперативную информацию регионам. И сегодня в 5 часов по Москве начнется эта трансляция. Точки кипения Вятского госуниверситета. А в точке кипения, мы сейчас поговорим. Я так понимаю, что там будут еще люди, помимо организаторов. Да, мы сейчас вот эту процедуру тоже опишем. У меня только вопрос по теме. Тему предложил Наталья Васильевна или это наш выбор? Как вообще бывает вот с лекциями в политехническом? Кто определяет тему? Нет, мы договариваемся. Естественно, мы понимаем, что это, ведущий специалист, регионалист в сфере экономики региональной. И поэтому мы отслеживаем ее выступление последнее, допустим, в эфирах федеральных каналов, в интернете, в университете. И понимаем, что актуально сегодня для людей, для горожан, для всех молодежи, для всех-всех. И, конечно, так была сформулирована тема согласованности. Мне кажется, я сказала об этом, что накануне Урбан-форума мы хотели проанализировать социально-экономическое состояние регионов. К тому же, товарищи, вчера же были общественные слушания по бюджету 2021 года нашего региона. И они были жаркими, надо сказать. Много ли там было народу-то? Они были онлайн, общественные слушания. Это первое. И второе, ты совершенно права, ограниченное количество в связи с требованиями Роскомнадзора, ограниченное количество офлайн-участников сегодня будет в инженериуме со всеми необходимыми, соблюдаемыми дистанциями. Но среди них будут и министры нашего правительства, и депутаты областного законодательного собрания, и депутаты городской думы. И планируется, что придет глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, министр финансов точно будет, министр промышленности, развития предпринимательства, да. Некоторые постоянные слушатели проекта лекции в
политехническом, которые очень-очень ждали и попросились. Это действительно отдельная группа приглашенных. У этих людей, у них будут большие возможности в сравнении с другими участниками? У всех будут равные возможности, но нам показалось... Там дискуссия какая-то будет, нет? Я думаю, что это не вопрос будет... Вопрос-на-ответная такая будет форма. Это очень важно, что придут люди, которые отвечают, собственно говоря, за социально-экономическое развитие регионов. И это важно. И когда мы, горожане, там, местные жители, кировчане, подключаться к этому, вы увидите, какие вопросы задаются, что вызывает наибольший интерес. И это важно потом, эту дискуссию, имея такую информацию в руках, можно развернуть в интернете под трансляцией на Ютубе. Да? Продолжить это. Продолжить, обсудить. Я уверена, что и «Эхо Москвы» тоже в эфире будет чего обсудить после того, как Наталья Ивановна предоставит нам этот материал. Наталья Васильевна. Наталья Васильевна. Трудно с двумя Наташами одновременно. Да, да, да. Мы как раз сейчас просто ждем соединения. Мы пытаемся связаться с Натальей Зубаревичей. Я нашим слушателям скажу сейчас. Да, вот наш продюсер пытается организовать нам звонок. Сейчас посмотрим, получится или нет. Получается. Наталья Васильевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Радиостанция «Эхо Москвы», Анна Лапшина, в нашей студии Светлана Занько и Наталья Ивановна Поспелова, которая с вами по лекции сегодняшней нашей контактировала. Но чтобы лекцию не пересказывать, очень коротко, да, вот не прося вас там весь материал сейчас озвучить, я все-таки попрошу вас сказать, к чему нам, кировчанам, готовиться. То есть лекция связана с последствиями коронавируса, коронакризиса. Насколько ковид подкосил наш так не самый благополучный регион? Есть ли какие-то цифры, которые вот, ну, до конца года еще видны уже, да, на которые можно ориентироваться? Ну, до конца года надо дожить. Цифры по регионам у нас есть только за сентябрь, а по бюджетам вообще в открытом доступе только август. Поэтому коротко я вам скажу. Готовиться вам нужно к тому же, к чему и всей стране. И в некоторых случаях даже у вас помягче получается. Во-первых, начнем с того, что у вас сохраняется рост промышленного производства. Я так понимаю, что это гособоронзаказ вам неплохо помогает. Ну, вот, и, соответственно, это было 5 лет, а в этом году у вас минимальнейший спад промышленности, минус 1%. На фоне страны вы выглядите помягче, потому что у вас нет главных отраслей, которые показывают спад. Нефть, уголь, алмазы, автопром. Ну, у вас есть автопром, но немного, да? Видимо, за счет этого и спад. Поэтому молитесь на гособоронзаказ, он вас вытаскивал 5 лет. Второе, по инвестициям у вас спад, как у всех, в общем, ничем вы там не отличаетесь. За исключением Москвы и нефтегазовых регионов, в большинстве подавляющих субъектов федерации инвестиционный спад, что вполне понятно в кризис. Что мне не нравится, у вас затянулся и сильный очень спад водожилья, это значит подкосился спрос, и подкосился он не вчера и не ковидом. Вы понимаете, да, это снижение доходов населения, которое уже у нас 5 лет, и это отразилось на вашем рынке жилья. Но это означает неприятную вещь. Когда ввод жилья сокращается, а ставка ипотеки снижается, государство решило помочь, то результатом будет простая экономическая история. Цены на жилье будут расти, потому что предложение меньше, спрос больше. Арифметика. Поэтому с этим, я думаю, ваши покупатели уже столкнулись. Что еще? Ну, конечно, ваша торговля не вышла из кризиса, как и торговля всей страны. Тут ничего у вас особенного нет. А вот с платными услугами у вас немножко кризис помягче. Я объяснить не могу. У вас, наверное, таких локдаунов не было жестких. Народ продолжал ездить на общественном транспорте. Да, да, конечно. Наверное, не все закрывалось. И это чувствуется. Но вы вот как бы дошли до минус 5, да, к тому, что было в январе, сентябре прошлого года, и стоите там, в ноль не получается выйти, потому что доходов населения стало меньше, и все платные услуги, которые не обязательны, которые не ЖКУ, не обязательные поездка на транспорте на работу, остальные народ поджался и стал потреблять меньше. Стандартная история ваша с кризисом абсолютно. То, что у вас резко выросла неполная занятость. Она и так была у вас повышенная, то, потому что у заводов то есть заказ, то он поубавился. Людей не увольняют, их отправляют в эти вот административные отпуска и простой.
у вас повышенная доля неполнозанятых, 7% от всех списочных работников. Это только крупные и средние предприятия. И, соответственно, у них же зарплата летит. И как следствие, летит платежеспособный спрос. Угу. А уровень безработицы зарегистрирован, ну, скажем, очень сильно вырос, но до сих пор ниже среднего по стране. Ваш народ, видимо, пытается усидеть в неполной занятости, без увольнений, да, за пособием как-то вот, ну, идут, все-таки в 4,5 раза выросло, но в стране-то в 5,5. Угу. Поэтому вот вятское население, оно как-то предпочитает, пусть не очень хорошее, но рабочее место, пособие по безработице, и правильно делает, потому что эти пособия на 3-4 месяца, а с работой надеются как-то, что вот может наладиться. Большой вопрос, потому что очень сильная зависимость от гособоронзаказа, хотя я понимаю, что в производстве минеральных удобрений все постабильнее. Но это фактически, ну, два города. Ну да. Если брать и то, и другое, да, это Киров, собственно, и Чепецк. Кирово-Чепецк. Все, да. По падению доходов нормальной достоверной статистики у нас нет. Все криво-косо, особенно по 2020 году. Поэтому даже цифр называть не буду, но по цифрам вы идете в тренде. Вот как страна грохнулась по доходам во втором квартале на 8%, так примерно и Кировская область. Хорошая новость. Я не знаю, как ее прописать. Ура! Да. Но все в кризис потеряли доходы бюджета. Это правда. Угу. И могу сказать, что вы все-таки отделались меньшим испугом, потому что падал-то прежде всего налог на прибыль. А у вас в структуре бюджета его доля невелика. У вас больше налог на доходы физлиц, и, извините, вы на треть, даже чуть больше, дотационный регион. Это правда. И вот когда попадали доходы, если мы берем январь-август, последнее, что у нас есть в открытом доступе, да, у вас налог на прибыль грохнулся на 30%. Но поскольку его вклад в бюджет гораздо меньше, а НДФЛ так не летел, потому что людей не увольняли, а держали, в общем, на неполной занятости, поэтому, ну, как в среднем по стране. И второе, вам так неплохо помогли, что за январь-август доходы консолидированного бюджета, это региональный плюс все муниципальные, угу, выросли на 12%. В среднем по стране плюс 3, а у вас плюс 12, чтобы я так жил. Что же случилось? Да, очень сильно в этот кризис помогли всем субъектам. Всем. На 60% за 9 месяцев выросли трансферты, потому что летели доходы бюджета чудовищно. Вот чуть не потеряли по доходам больше 500 000 000 рублей. Это угу, очень большие деньги. Добавили уже, сейчас вот по сентябрю мы видим, там уже дело идет сильно за 800 миллиардов рублей. То есть добавили больше, чем потеряли субъекты. Но добавили очень неравномерно. Кому-то не покрыли все расходы. Понятно, что в Москве не надо покрывать. И так жирный бюджет. Но еще паре трешки богатых регионов. Они перебьются как-то сами. Но не добавили кучи регионов, которые на северо-западе очень плохо помогли. Коми, Архангельской, Мурманской, Вологодской. Вам повезло. Кировская область потеряла собственных доходов. Это то, что она зарабатывает сама, угу, налоговый и неналоговый. Меньше 2 миллиардов. А докинули вам по январю-августу 7,5. Чем я вас отчаянно и поздравляю. О, то есть мы еще в плюсе на 5 с лишним, да, получается? Так откуда у вас рост доходов на 12%? От того, что вам докинули хорошо. Так вопрос только в одном. Это докинули раньше или больше? Что будут давать последние 4 месяца года? Вот с нетерпением жду сентябрьских данных, а уж лучше всего годовых, чтобы посмотреть. Вас полюбили или вам просто раньше дали, а потом как-то краник закрутят? Непонятно. Может быть, да. Все может быть. В нашей стране может быть все, что хотите. Да, в чем проблема Кировской... Угу, да, я продолжайте. Давайте я две фразы скажу еще. В чем проблема Кировской области? Ну да, вот вы вроде более чем на треть дотационный. Но вот все равно, даже с этой добавкой, ваши душевые доходы и расходы всего лишь 2/3 от средних по стране. То есть они у вас такие же, как у Пензы, у Чувашии, у Марии и Эллы, а все-таки более индустриальный регион. То есть с зарабатыванием и стратами беда.
Денег в регионе очень-очень мало. И если я завершаю уже, говорю про ковидный кризис, ваше руководство, в общем, тратило деньги аккуратно, я должна это отметить, потому что вот доходы у вас выросли на 12%, а расходы на 14%. То есть были аккуратными в тратах, чтобы не залезать в долги. На что? Ключевой вопрос. Вот должна сказать, и тоже с уважением, что у вас два почти с половиной раза увеличили расходы на здравоохранение. За январь-август этого года к январю-августу прошлого. И это просто вот как бы очень правильное решение, потому что мы понимаем, что состояние здравоохранения в области было, мягко говоря, не очень. Что еще я хочу отметить как плюс? Не тратились на эти дурацкие проекты по нацэкономике, все это бесконечное дорожное строительство, рост был меньше, ну, плюс 11, а в стране плюс 22. Аккуратно и как вся страна, получше даже, тратились на соцзащиту населения. Плюс 23 – это хорошая, правильная цифра. Чего не могу понять по Кировской области. И хотела бы узнать, да вот не у кого спросить. А что случилось с расходами на ЖКХ? Почему они у вас выросли в полтора раза? Долги, что ли, старые муниципалитеты отдавали? Как-то удивительно, я бы сказала, потому что во всей стране на 14, а в Кировской области почти на 50%. Результат. На январь-август область закончила эти 8 месяцев с профицитом, что вообще очень правильно, потому что впереди осенние и декабрьские траты, там очень много надо будет платить по госконтрактам. Уже 35 регионов по августу были в дефиците, а по октябрю, я просто знаю цифры, уже 53 региона. Вот попали вы уже в них или нет? Я пока вам сказать не могу, мне нужны данные исполнения бюджетов. Но вы были в маленьком, но в профиците. А почему такая аккуратная политика была, более-менее? Да потому что у вас долгов и так навешан. Уровень долговой нагрузки Кировской области... если посмотреть к собственным, то есть без трансфертов доходов, он уже так подползает, но он сильно больше 75%. Это много. Да, вы не Мордовия, у которой он в два раза выше, чем ее собственные доходы. Но все равно многовато, риски большие, и поэтому власти ваши пытаются тратиться аккуратно. Завершая, что я могу сказать? В чем-то вы маленько получше средних, но подолгу хуже средних, а долг накоплен еще во времена выполнения этих президентских зарплатных указов. Это печаль, тоска, когда регионам пришлось и свои деньги в основном на это тратить. То есть к кризису вы подготовились в части здраво лучше многих, в смысле трат. На что они пошли, как вы понимаете, для меня это там тайна, покрытая мраком. Но все-таки денег выделили дополнительно очень существенно. А с доходами, ну, как все, как вся страна сжимается, так и вы сжимаетесь. Ничего особенного. То есть провала адского нет, вы в тренде в основном, если это можно назвать трендом. Это печальное прохождение вот этого ковидного кризиса. Да, я хотела как раз вот сказать, когда вы говорили про то, что у нас вроде как доходы выросли, да, я как раз хотела сказать, что люди-то на себе это почему-то не почувствовали у нас в регионе, вот, но вы сказали. А как вы они сказали, могли почувствовать? Да, да. Подождите, во-первых, больше максимальный прирост тех денег, которые были дополучены дополнительно, пошел в здрав. Вы как на себе это можете почувствовать? Только придя Давайте в больницу. Давайте мы не будем чувствовать путем как бы эксперимента. Да, заболев ковидом, попасть. Давайте не будем. Давайте будем здоровыми. Поэтому это не в карман людям пошло. Второе, плюс 23 по соцзащите. Но это же в немалой степени выплаты пособий по безработице. Вы что, хотели, чтобы зарплаты на эти деньги подняли? Так они же не про это. Да, я эти понимаю, да. Дополнительные. Да, спасибо большое. Наталья Зубаревич с нами была на связи. Я прошу прощения, Наталья Васильевна, благодарю вас, да, еще раз. У нас просто время уже вот подходит к перерыву. Да, да. Сегодня... Всего доброго и будьте здоровы. Да, до встречи вечером сегодня, да. Спасибо, да. Вам тоже здоровья. Да, эксперт в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии, профессор МГУ Наталья Зубаревич с нами на связи была. Нам надо завершаться и выходить на рекламу. Напоминаю, сегодня в 17 часов...
лекции в политехническом Наталья Зубаревич в течение нескольких часов онлайн будет рассказывать, да, и можно отвечать на вопросы. Задавать вопросы. Спасибо большое нашим гостям. Светлана Занько, Наталья Поспелова. До 17 часов.